И возвращаемся к теме предстоящей уборочной. Ни для кого не секрет, что результат страды во многом зависит от качества техники. И, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Представители сельхозпредприятий из 20 районов области собрались в купинском селе Новоключи для того, чтобы познакомиться с современными образцами сельскохозяйственной техники и понаблюдать за тем, насколько они эффективны на практике. Все подробности далее. Бывший колхоз, хозяйство имени Ленина Купинского района, где собрались участники презентации, хозяйство особое. Все сельхозработы здесь проходят не только в срок, но и с опережением графика. Во многом благодаря тому, что техническому перевооружению здесь уделяют большое внимание. Сегодня коллегам-аграриям здесь представляют не только полевую технику, но и новый белорусский сушильный и зерноочистительный комплекс, на который в хозяйстве возлагают большие надежды. Пришли к выводу построить. Свозили совместно с областным агроснабом, нас свозили в Курган, показали, с ребятами переговорили, приняли решение. Видите, я думаю, что в августе месяце мы его запустим. Для областного агроснаба налаживать контакты новосибирских хозяйств с заводами-производителями – привычная практика. На таких презентациях, семинарах встречаются потенциальные продавцы и покупатели, получая возможность лучше слышать друг друга. На поле работает техника от Гомсельмаша. Это стратегический партнер областного агроснаба. Продукция белорусских производителей уже успела полюбиться новосибирским крестьянам не только качеством. Качество, ну и, как говорят, в современных экономических условиях цена. Цена наших машин на сегодня, она конкурентоспособна с российскими производителями и тем более конкурентоспособна с импортными производителями техники. К тому же Министерство сельского хозяйства области и Агроснабтехсервис предоставляют новосибирским хозяйствам множество возможностей приобретать новенькую технику по самым выгодным схемам. Есть и лизинг. Значит, есть и компенсация приобретения техники. Помимо цены и качества, другой важный критерий при приобретении техники – своевременное и полное сервисное обслуживание. Ведь в горячую пору полевых работ каждая минута на счету, и простой технике обходится слишком дорого. Это самое первое необходимое условие для приобретения техники. Если сопровождения нет, желающих сегодня продавать технику очень много, но вот дальше ее ремонтировать, поставлять запасные части – в сроки, в быстрые, в короткие, тут уже как-то не у всех получается. У торгового дома «Гомсельмаш Сибири», у группы компании «Агроснабтехсервис» все это получается хорошо. 9 стационарных технических центров в регионе позволяют «Агроснабтехсервису» сопровождать хозяйство на всем пути. От этапа выбора техники под определенную технологию или разработка такой технологии, поставки техники и ввода ее в эксплуатацию, до сервисного обслуживания в гарантийный период и после. И важную роль во всем этом играют такие встречи, как в Новоключах. Мы таким кустовым методом по разным регионам Новосибирской области проводим такие встречи. И связь, это как бы взаимная такая, чтобы всегда была обратная связь, почувствовать, что действительно хозяйством, как видят специалисты, какая технику нужна. Вообще такие обыденные вещи мы уже не показываем. Мы показываем эффективную, высокопроизводительную технику, которая универсальная, которую использовать нужно сегодня в хозяйстве. Сергей Владимиров, Александр Кабукин. Итоги недели.